Привет, друзья! Мы на канале GameZone. Всем привет! Мы начинаем играть в нашу новую игру. Это Супер Няня. Мы будем следить за детьми, видимо. Всем спасибо, что вы смотрите наш канал, подписывайтесь на него, ставите лайки, смотрите остальные наши видео, оставляйте ваши комментарии. Мы вас любим. Давайте начнем играть. Это супер игра. Мы нашли ее сегодня на Андроиде. Прям мега много супер скачиваний. Давайте начнем. Что нам, Лиза, здесь предстоит? Надо мусор убрать из нашей песочницы. Кто-то пончик бросал не до этой. Пончик нам нужно складывать. Так. Леденец. А банку нам куда нужно? В красную нам нужно складывать банку. Банан у нас в зеленую пойдет. Пищевые отходы, да? А эту мы в красную отнесем. Папа! Нет, это же кролик, его не надо в мусор. Давайте бутылку сложим. Листики у нас пищевые. Еще у нас бутылка прям. Сколько много у нас мусора. Салфетка. Салфетку в переработку. Вот еще листик, Лиза. И что мы все? Мы почистили нашу песочницу. Давайте. Оп, складываем. Так. Нам нужно убрать песочек. Давай, Лиза, нам нужно... Давай. Вот, мы убираем песочек лишний, который у нас... Трещина! Трещина у нас там. Из-за этого песочек у нас и вывалился, да, из наших. Так, теперь нам нужно... Давайте... Высыпать. О, какая гора у нас сразу же получилась. Давайте, нам нужно убрать остальной песочек, который вывалился, да? Нам нужно починить же нашу площадку для наших детишек, да? Да. Давайте. Еще высыпаем. Высыпайся. Какая гора огроменная. Давайте. Так. Убрали. Мы должны заменить. Сердечками. Давай сердечками. Хватай и тяни. Вот, молодец. Смотри, какие классные у нас сердечки с тобой, да? Давай нажимай на зеленик. Ой, молодец. О, давайте, теперь давайте приколотим. Приколачивайся. И вот этот гвоздик тоже нам нужно приколотить с тобой, да? Молоток. Колотись, молоток. И еще колотись, молоток. Да? Мы приколотили нашу дощечку. Какая девочка у нас, она вся грязная. Давайте ее причешем, что ли, да? Причесали. И всякие заноски у нее берем. Складываем сюда наши заноски, да? И вот еще две, Лиза. Черт, две пропустила еще. Хватай. О, молодец. Молодец. Она сказала. Ой, мальчик. Пластыри давайте заклеиваем все его радки. Плюхали в лужу? Кто его плюхал в лужу, Лиза? Башни какая-то с девочкой. Так, ну, её давайте плюхали, вытирать нашего мальчика. Это у нас няня работает, видимо очень... О, мальчик и девочка. Что нам нужно здесь делать, Лиза? Что это? Что это за стрелочки? А, нам нужно... Подожди. Так. Вот мы давай сделаем башню вот такую. Давай. Вот такую башню сделаем, да? А еще вот такую. На. И еще мы сможем сделать. Так, башня. Так, а это что у нас такое? Это еще что-то. А это что за красота у нас? Ого! Я хочу осьминога. А мы поставили там осьминога. Сфотографируем? Да? Будем играть? Смотри! У нас тут жюри сидит, который будет оценивать наш замок. Давайте, сколько мы получили оценок? 5! О-о-о! За что мы голосуем, Лиза? За какой замок мы голосуем? Вот этот мы голосуем замок. Дальше за что мы голосуем? Дальше. За вот этот.
41%. Так, следующий замок. Какой мы голосуем? Тебе какой нравится? Мне нравится такой. Слева тебе нравится замок. Да. Следующий какой? За какой мы следующий замок голосуем? Вот этот нам нравится замок с тобой. И следующий какой у нас замок? За какой мы голосуем? Слева опять, да? Все, мы за все проголосовали замки. Давайте. Спасибо за ваши голоса. И сейчас за нас проголосуют, да? За наш необычный замок. Первое место занял вот такой замок. У нас первое место, Лиска, с тобой. У нас с тобой первое место. Поздравляем нас. Давайте что? Чаепитие, Лиска хочет играть. Давайте поиграем в чаепитие, да? Так, что нам нужно? Нам нужно составить план чаепития вместе с нашим Мишкой. Давайте, что у нас? Каркус! Вот такой у нас будет пикник. Вот такая у нас будет страничка. Или вот такая. Тебе какая лучше? Вот такая. Я розовая. Вот такая? Да. Так, какие у нас тут будут надписи? Вот такая. Вот, ох, какая красота. Давай вот эту оставим. А вот у нас еще что можно выбрать. Выбирай медвежонка. Какого хочешь? Еще вниз? Розовая. Вот такого? Ох, отлично говорит нам. Перфект. Замечательно. Что еще нам нужно? Выбирай краски какие бы. Волшебную палочку. Вот, краску выбирай. Не, волшебную палочку. Ну давай волшебную палочку. Все, потянули на тебя. Поехали. Вот палочку. И что ты тут можешь что-то рисовать, что ли? Да. Обалдеть, какой рисунок у тебя невероятный. Ты, наверное, рисуешь все. Сразу же все, да? Давай дальше посмотрим, что мы можем. Еще розовый. Вот, что это такое? Розовая, вниз идет розовая. Вон розовая, наверх. Вот розовая же. Давай. О-о-о. У нас все. Давай еще что. Что это за... Ох, смотри, какие нам нужно. Солнышко. Давай, нажимай на солнышко. Смотри, какие. Торт. Давай. Торт. Конфету давай вот сюда. У нас тут прям каляка-маляка с тобой, да? Сколько аппликаций. А это что у нас такое? Это волшебные слова, давай. Волшебные слова. Йоу! Да! Давай. Вот такие секретики какие. Сердечко внизу. Внизу сердечко было? Давай найдем это сердечко. Это ж мы приглашаем на чаепитие, не забывай, наших друзей. Сердечки. У нас... все удалилось. Давай. У нас будет сердечко, пончики. У нас будет светить солнышко, да, с тобой? Опять краска. Краску? Давай. Какую краску выбираешь? Разноцветную рисуй что-нибудь. Это твое приглашение детям будет? Да. Какое классное приглашение детям. Давай. Надо все закрасить, Бер. Если чуть-чуть останется, давай. То я еще закрашу. Я сама. Ты сама, конечно. Твое же приглашение, детишка. Да? Да. Молодец. Давай уже начнем наше чаепитие, Лиза. Еще осталось. Все. Еще белое. Вот, да? Все, давай начнем наше чаепитие. У нас вот такое приглашение необычное будет для наших детей. И что нам нужно? Я полетела! Нам нужно вечеринку для гостей устроить. Давай, нам нужно разворачивать этот. Вот у нас плед. И корзиночка у нас есть. Давай. А что там есть? Я не знаю, давай поставим. О, у нас там и шарики. Куда нам нужно? Вот сюда, на уголок. Открываем нашу корзинку. Бутербродик. Ага, нам нужно расставлять эти салфетки. Давай расставим салфеточки по местам.
Давай, Лиза, расставь. Давай будет летающая. Я сама, стану. Давай, расставляй. Классно, классно, Лиза. Это летающая тарелка. Тарелка летающая. Давай расставим стаканчики. Чаепитие. Чаепитие у нас, да? И журнальчики расставим, да? А еще что у нас есть? Всякая вкуснотища у нас. Я хочу мороженое и кексики. И желе. Давай. Мороженое мы вот сюда оставим. Это куда мы вот сюда оставим? Это желе. У нас желе. Сок у нас сюда. И мишки. Розовые. Мы всех поставим. У нас, видишь, сколько много мишек с собой? Маленький. Да. Так, что он хочет? Он хочет пирожное. Дадим ему пирожное. Этот хочет у нас вот такое. Этот хочет у нас желе, розовый мишка. А голубенький хочет у нас шашлык из фруктов. Так, пироженку дадим голубенькому, да? И еще розовый. И еще одну дадим голубенькому. Он хочет шашлык. Шашлык, да? Так, и вот этот у нас хочет еще розовый шашлык, да? Этот хочет пироженку с тобой, да? Да. Давай дотянем раз на него. Или что, дадим ему мороженое? Мороженое! И еще мороженое дадим. Какая классная у нас игра с тобой, да? Чаепитие. И еще одно. Давай дотянем пирожное. Вот, мы справились с этим. Мороженое еще хочет у нас. Ура, мы справились, мы устроили классное чаепитие с тобой, да? Какая классная игра, это супер няня. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы подписываетесь на наш канал. Обязательно подпишитесь на него, посмотрите остальные видео. Загляните на канал вместе с Лизой. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Мы вас любим. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Подписаться вы можете здесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.